Ваня нашел нашу страховочную сетку? Пока нет, но я уверен, что найду ее. Она должна быть поблизости. Ты живешь в долине, Биби? Нет, я приехал из Автограда. Да, далековато. В Автограде хороший полицейский участок. И я так думаю. Соберите все необходимое, проверьте колеса и настройтесь на самое лучшее автомобильное радио. Лим, ты слышал о пересмешнике, который хотел выступать в цирке? Нет, не слышал. Он хотел рассмешить публику. О, я понял. Мне нужно найти то, что поможет перевести слова Хонка. Коктейль силача. Секретный рецепт. Сельдерей, свекла и спаржа. Свекла. Спаржа. Сельдерей. Это кружка. Свекла. Спаржа. Кружка полная. Сельдерей. Надо в том же порядке, как в рецепте. Свекла. Спаржа. Кружка полная. А теперь одно из знаменитых чудес великолепного Марвина. Ух ты, я так хочу посмотреть его. Трекс, пекс, фекс. Не совсем то. Я должен помочь подготовить выступление клоуну Хонка, Блохефилу с блошиным цирком, летающим Свинковским, льву Реджинальду и Кэти пушечное ядро. И тогда в цирке состоится большое представление. Сейчас я тебя удивлю. Ты не веришь мне? Смотри. Эники, беники, ели вареники. Опля! Ой, над этим еще нужно поработать. Марвин, можно еще раз собрать ваши карты? Это так интересно. Хорошо, друг мой. Один раз у тебя это получилось. Думаю, получится и на этот раз. Звезда,